Ребят, с вами я, Лиза Шубина, и сегодня я расскажу про мой один день с фотосессией с Миром Гумеровым. Поехали! У меня была фотосессия по такому белом купальнике Tommy Hilfiger. Можно такой белый купальничек. Крутецкие девочки, хочу сказать, прям вообще бомба. Но сейчас вы, в принципе, увидите, как проходила сама фотосессия. Всем привет, а с нами, с вами Амир Гумеров, а с нами сегодня Елизавета Шубина. Елизавета Шубина занимается танцами, она занимается моделингом, она занимается влогингом, блогингом, ютубингом. Короче, подписываемся на... Инстаграм и Ютуб. Да, подписываемся на Инстаграм, подписываемся на Ютуб. Начинаем. Я уже вернулась в сессию, как вы видите. В принципе, все прошло хорошо, как я говорила ранее, было очень жарко, но мы с ним справились. И так, в принципе, было все норм, мне все понравилось, было очень круто. А сейчас я вам хочу рассказать про свой... Так вот, этот самый белый купальник. Итак, ребята, вот этот купальник, в принципе, он не всем, в принципе, нравится. Он такой крутецкий, в нем удобно, в принципе. Но...
Но минус его тот, что можно просто легко испачкать, потому что он белый, типа легли на снег, там, ой, на снег, легли на песок, там немного где-то какая-то грязь, а он грязный. И, ну, как бы это понятно, потому что как бы себе вещи как бы так происходят с ними. А так, в принципе, у него минус от него, он как бы крутецкий такой, реально мощный. Вот. А также мы в 2017 году просто прошла превосходно, мне все понравилось, все было замечательно. А вы ставьте лайки, нажимайте на комментарии, на подписочку, на колокольчик. Всех люблю, всем пока!